Воспитанники Ненецкой специальной школы-интерната побывали в ролях сказочных персонажей. В рамках открытого урока бесплатного театрального кружка «Солнышко» юные таланты на время перевоплотились в героев известной сказки Владимира Сутеева «Яблоко». Кружок организован в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности детям». За игрой начинающих артистов наблюдала наша съемочная группа. В одном из кабинетов Ненецкой специальной школы-интерната сегодня развернулось настоящее театрализованное представление. Роли сказочных персонажей по мотивам известной сказки «Яблоко» Владимира Сутеева исполняют дети, учащиеся специального класса. В роли художественного руководителя – активист регионального отделения ОНФ, социальный педагог Центра ДАР Галина Вокуева. Здесь есть своя специфика, потому что мы никогда не ставим сказки, вот как они идут в оригинале. А когда я пишу сценарий, это все, в принципе, как по мотивам сказок. Вот эта сказка «Яблоко», она была по мотивам. Почему? Потому что, ну, ввиду особенностей детей, в принципе, каждый на что-то способен. Вот. Ну, уже пишешь сценарий, исходишь из того, какие способности у каждого ребенка, и подходишь к этому просто индивидуально. Индивидуальный подход позволяет каждому из ребят проявлять свои творческие способности. Кого ты сегодня играла? Медведя. Медведя. А кем бы из героев еще хотел быть в этой сказке? Зайца. Зайца хотела бы сыграть? Да. Понравилось тебе? Да. А что тебе больше всего понравилось? Ну, сегодня что тебе? Танцевать? Да. Да? Да. А кем хочешь быть, когда вырастешь? Танцором будешь? Впереди у юных артистов еще не одна репетиция, прежде чем театрализованное представление увидят их главные зрители – папы и мамы. Добавлю, что занятия в театрализованном кружке «Солнышко» проводятся бесплатно. Это одно из мероприятий проекта «Равные возможности детям», в рамках которого по всей стране открываются бесплатные кружки и секции. В ближайшее время на базе окружной библиотеки откроется кружок «Азбука юного юриста». Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».